На выставке «Россия» подвели итоги Дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов ярко представили свои достижения, культуру и потенциал, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Самарский стенд наградили специальным призом за лучшую просветительскую деятельность. Награду губернатору Дмитрию Азарову вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Абсолютно все команды регионов по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле сделали гораздо больше, помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений, отметил Сергей Кириенко. Активные жители дома 19 по улице Блюхера встретились с представителями администрации Советского района, чтобы обсудить проект по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, обустройству спортивной и игровой площадок, информирует телеграм-канал Советского района. Участие в рамках государственной программы Самарской области, поддержка инициатив населения муниципальных образований или губернаторском проекте содействия позволяет жителям улучшить благоустройство внутриквартального проезда, игровую и спортивные площадки. В канун православного крещения прошел праздник для многопоколенных семей промышленного района. Гостем праздника стал хор русской народной песни «Волжские зори». Руководителем хора является многодетная мама, которая руководит не только тремя коллективами и ведет сольную концертную деятельность, но и воспитывает семерых детей.